Друзья, всем привет! Хочу посоветоваться немного с вами. Знакомые продают мотоцикл Урал 90-го года. Один единственный собственник. Ездил до 2000 года на нем и потом поставил в гараж. Мотик на ходу. Там заднюю скорость только нужно делать, насколько я понял. И так по мелочи. Пробег 17 тысяч. В следующих видео увидите его. Идея какая? Стоит ли заморачиваться с таким мотоциклом? Взять, сделать, отреставрировать, насколько это возможно. Постоянно ездить, естественно, не будешь на нем. Говорят, он очень много кушает бензина. И в целом мне не особо интересно регулярно ездить. Но так, для, скажем так, по приколу интересно восстановить такой мотоцикл и покататься на нем. В дальнейшем, возможно, сделать какой-то обзор. Мотик не полноприводный, к сожалению, какие они бывают. С коляской зато. Смотрите, напишите в комментариях. Очень интересно будет. В лесу. Рыбалка видела, и на Волгина не видел. Зимой тоже ездили, что ли, на ней? Зимой я с рыбалкой. Какого года получается он? 90-го. 90-го года, а в 2000-м уже вообще ездить перестали на нем, да? Да, я вот машину взял.